Проходи, наемник. Миклуха тебя ждет. Здорово, приходи, наемник. Стал. Как жизнь? Что в городе полюски жить не давали? Что тут началось? Долг этот долбанный. Вояки, сын. Нет, чтобы оставить зону в покое. Все надо под себя подметить. Все, блин, под контроль. Урод. Кто как, а я хочу на море. Там климат для здоровья полезный. А тут, мама не горюй, долговцы, бандюки, зверье тупое. Ох, и страшно на белом свете жить. И зачем я только из мамочкиного пуза вылез? Миклуха, это засада! Видала?
Нет, от есть судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет.
Як я ще відремонтую? Колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Вот две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, гробу я видел ваш хваленый клондайк. Дай. Надеюсь, у тебя все в порядке.
Апгрейд чи ремонт? Дай пя. Ну, как хочешь. С чем пожаловал? Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. Всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Не пропадай надолго. Возможно, скоро нам понадобится твоя помощь. Бывай. Слушаю тебя. Ты? Ну, заходи.
Врахуй, проблемы із залізом? Нет, не буду я с тобой говорить. Что? Будь здоров. Служба доверия. Здравствуйте. Хотите выговориться? Ну, пока. Сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке, доске, и с чем пожаловал? А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. До встречи.
балабонь быстрее, хорошо? И все они лучше стариков знают. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Эй, наемник, твои стволы прибыли. Шмыга ждет тебя. Смотри, не приведи хвоста за собой. Вали с разговорами к Шмыге, а меня не занимай. Эх, бабу бы. Приголубил бы любую. Что нового? Лишь бы все нужное на месте было. Надо было того пидора приложить получше, чтоб потом лишнего не свистел. И так, блин, народу вокруг.
Есть какие-то вопросы ко мне, наемник? Неплохо, неплохо. За одну ходку две ночные звезды. Если так и дальше пойдет, в гробу я видал ваш хваленый клондайк. Зверь, зайди ко мне, как появится свободная минута. Дело одно к тебе имеется. Надеюсь, у тебя все в порядке.
Посылка с комбинезонами прибыла. Жду тебя у себя. Чем пожаловал? Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела, скворчащий, сочный. Ну что ж, будут новости, заходи. Яке ще відремонтувати? Ну, щасти.
Слуга Монолита, мы рады видеть тебя с нами. Подойди ко мне, хочу поговорить с тобой. Приветствую тебя, слуга Монолита. Ugh!